И Отец, сегодня утром, когда мы будем размышлять о личности Иисуса Христа, я, во-первых, благодарю Тебя за возможность, что мы можем учиться. И Отец, я молюсь, чтобы по мере того, как мы размышляли об Иисусе Христе, чтобы это размышление не было целиком работой лишь нашего ума, но чтобы это способствовало тому, чтобы мы лучше знали Его, и чтобы, зная больше о Нем, мы больше Его любили. И особенно я молюсь, Отец, что когда мы будем говорить о Его уничижении, о Его воплощении, чтобы мы все правильно поняли и осознали для себя, на какой шаг Он пошел сознательно и добровольно, что Он согласился пройти через все эти унижения, вошел в наш мир, чтобы послужить нашим нуждам. Спасибо за Него. Я молюсь о том, чтобы в нашем обучении Ты руководил всем, что будет говориться, что будет делаться, и мы молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Что ж, давайте вернемся к тому, где мы остановились на прошлом занятии. Мы говорили о божественности Иисуса Христа. И мы с вами говорили о том, что есть четыре разных группы свидетельств, которые мы с вами и рассмотрим. И на прошлом занятии мы рассматривали первую группу свидетельств, а именно, что есть имена, которые относятся ко Христу и могут относиться только к Богу. Есть и вторая группа свидетельств, а именно, что атрибуты Христа — это атрибуты Бога. И вот на этом мы на прошлой лекции остановились. И первое — это вечность. И то, что у вас отображено на слайде, это то, что напечатано у вас в конспектах. И тут можно вернуться к тексту Колоссянам 1:15, где говорится о том, что Иисус первородный из всего творения. И в Библии слово «первородный» имеет некое общее значение. Здесь же оно конкретизировано, был ли он сотворен или нет. И у себя в конспектах вы можете увидеть описание нескольких взглядов по поводу этого текста. Во-первых, слово «первородный» может указывать на то, что он имеет приоритет во времени. То есть это слово можно было перевести «рожденный прежде всех». То есть он рожден прежде всех во времени. Но если таким образом понимать эту фразу, то единственное, как можно ее объяснить, это через доктрину о вечном происхождении Христа. И вот в прошлую среду, когда мы впервые с вами встретились, мы с вами очень подробно обсудили, почему это далеко не лучший путь толкования, и что есть серьезные проблемы с доктриной вечного происхождения Сына, и что исследования в области лингвистики показывают, что доктрина вечного происхождения Сына, скорее всего, неверна. Итак, у нас остается второй вариант, или второй взгляд на этот текст, и этот взгляд заключается в приоритете в положении. Когда кто-то называется первородным в семье, то речь не идет о том, что кто-то лучше, чем все остальные братья и сестры. Это означает лишь то, что, будучи первородным, кто-то наделен особыми привилегиями на основании своего первородства. И зачастую в Писании тот человек, который первородный по отношению к другим детям в какой-то семье, этот человек обычно был лидером в семье, конечно, после своих родителей. И бывали случаи, когда кто-то, конечно, мог потерять это положение. Вы помните, что произошло с Иаковом и Исавом? Исав имел первородство, но он продал его второму родившемуся сыну Иакову. И если вот эта идея о приоритете в положении на самом деле имеется в виду, когда Иисус называется первородным,
то тогда этот текст ничего не говорит о том, что Иисус был сотворен. Ничего подобного здесь не утверждается. А скорее здесь говорится о том, что Иисус суверенен, и Его власть распространяется над всем творением. Никто и ничто в сотворенной вселенной не обладает большей властью, большим могуществом, чем Он. И следует рассматривать второй вариант как более правильный. И если вы думаете при себе, почему я пришел к такому заключению, то я бы напомнил вам наше обсуждение относительно слова «единородный». Те, кто считают, что то, что Иисус называется первородным, подразумевает доктрину вечного происхождения, это те же, которые подобным же образом объясняют тексты, где Иисус называется единородным Сыном или единородным Богом. И мы на предыдущих занятиях с вами разобрали, почему этот взгляд не совсем правильный. Поэтому первый взгляд вряд ли является правильным и тем, который мы можем принять. Что ж, есть ли какие-либо вопросы или замечания по этому поводу, прежде чем мы перейдем к обсуждению другого атрибута? Что ж, следующий атрибут не такой противоречивый, как был предыдущий атрибут, который мы с вами обсудили. Иисусу приписывается атрибут неизменности. И, конечно, вы знаете о том, что написано в послании к евреям. Но, тем не менее, здесь возникает одна проблема. Разве Христос не стал человеком? А если Он стал человеком, то как это согласуется с понятием, что Он неизменен? Что ж, идея неизменности применяется к личности Иисуса Христа, а именно к Его божественной природе, которую Он обладает. И это ни в коем случае не отрицает идею воплощения. Иисус действительно взял на Себя человеческую природу, и это действительно была перемена. Но личность Иисуса Христа не изменилась, если мы говорим о Его божественной природе. Он не стал менее божественным. Его божественная природа не перестала существовать. И воплощение не изменило цели Христа, Его намерений. И здесь речь идет о том, что просто нечто добавилось в божественной природе Иисуса Христа, но добавление человеческой природы никоим образом не изменило Его божественную природу. И вот в этом отношении мы можем категорично утверждать, что Иисус Христос обладает атрибутом неизменности. Что ж, есть еще и другие атрибуты, скажем, всемогущество. Далее идет всевидение, и вы здесь видите тексты Писания, которые об этом говорят. Я сейчас просто перечислю оставшиеся атрибуты, а затем вы сможете задать вопросы, если они у вас возникнут. И, конечно, говоря о всевидении Иисуса Христа, нельзя не затронуть одну проблему, которую нам надо с вами обсудить. Читая Евангелие, возникает ощущение, что Иисус чего-то не знает. И вот на слайде вы видите подобные примеры того, что Иисус знал и что простой человек не мог знать. Однако, с другой стороны, некоторые задают вопрос, а было ли ограниченным знание Христа? Потому что, когда Иисус говорит о часе Своего возвращения, Он говорит о том, что никто не знает, когда это произойдет, включая Его самого, включая ангелов и всех остальных, знает только Его Отец Небесный. И как же мы согласуем этот текст Писания с идеей всеведения Христа? И как вы можете увидеть в своих конспектах,
Все это должно указывать на человечность Иисуса Христа. Конечно же, будучи Богом, Он все знал. Но так как Он был в то же время человеком, то здесь, конечно, были ограничения Его знаний. И если Иисус Христос, человек во всей полноте, воистину человек, как то нам говорит Писание, то, родившись младенцем, понятно, он не знал, как человек, всего, что ожидает его впереди. Да, конечно, мы не знаем во всех подробностях, каким образом знание хранится в его божественном разуме и как соотносится это с человеческим разумом. Но в Писании мы читаем, что он рос в познании и в премудрости по мере того, как он рос, как ребенок. И, конечно, это ни в коем случае не подразумевает его божественную природу. Это говорит о его человеческой природе. И когда мы анализируем вот эту информацию, когда Иисус говорит, что Он чего-то не знает, то Он говорит это как взрослый человек. Осталось не так много времени до смерти на кресте. И вот к этому моменту своей жизни, будучи человеком и приобретая знания тем путем, как приобретают знания все остальные люди, он узнал то, что мог узнать к своему возрасту, и его жизнь уже подходила к концу. Но так как в нем присутствует и божественная природа, то мы можем предположить, что ж, быть может, все то, что он знал как Бог по своей божественной природе, он мог также знать как человек по своей человеческой природе. Но здесь мы видим пример того, когда какая-то информация, которая известна Христу как Богу, сокрыта от человека Христа, от его человеческой природы. И как все это работает, я думаю, никто из людей вам объяснить не сможет. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И неясно, к примеру, было ли в разуме Иисуса два разных потока сознания. Один поток сознания — это все то, что он знал, будучи Богом, а другой поток сознания — это его мысли и знания как человека. Но, во всяком случае, такое впечатление у нас не создается, а создается впечатление, что есть один поток сознания, который проходит через разум Христа в определенный момент времени. Почему тогда в определенных случаях он знает то, что обычный человек знать не мог? К примеру, то, что Иисус знал о женщине-самарянке у колодца. И почему в других случаях он не знал того, что, казалось бы, должен знать, будучи Богом? Я думаю, вряд ли у кого найдется объяснение. И все, что мы можем сказать, это то, что перед нами есть. А именно, то, что Иисус чего-то не знал, объясняется его человеческой природой. Он не мог этого не знать, будучи Богом. Почему это знание не было передано его человеческой природе, мы не знаем. Ясного объяснения здесь нет. Но, тем не менее, это не является достаточным доводом, чтобы говорить, что личность Иисуса Христа не обладает атрибутом всеведения. Что ж, далее вы видите тексты Писания, которые говорят о вездесущности Иисуса Христа. Но есть и другие атрибуты божественности, которые относятся ко Христу. И все это приводит нас к выводу о Его божественности. Мы читаем в Евангелии Иоанна 16:15: «Все, что имеет Отец, есть Мое».
И тем самым он дает понять, что он Бог во всей полноте. И подтверждение этому можно прочитать текст из послания к Колоссянам, 2 глава, стих 9. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.